Блин. Что такое? Ни хрена себе. Какой кошмар. Только что авария такая, что пипец. Фу. Седьмого я не успеваю. 19:30, в смысле, пол восьмого. О, дурачок. Ух ты. Мы это сняли? Да. Надо сказать почти. Как то? Да, подожди. Я скажу, что не видели, но есть видеозапись, если чего. Я видела. Я что здесь, вот отсюда выезжаешь, если я просто вот здесь разворачиваюсь и вот так становлюсь. Ну, по-любому я уже на встречную выхожу. Отпускали. О-хо-хо-хо-хо!
товарищи. Хера себе. Так. Только что и отъедь. Отъедь, блядь, чтобы там эти такие. Как тут игры? Надо у него зафиксировать. Ёбаный в рот, Славик, а ну Славик. Я хуею, это он наебнулся. Антона, они опять хотят подать то же блюдо. Ди Каприо, вот ты вспомнил «Авиатора», опять же будет что-то в этом роде. Ди Каприо будет играть человека психологически неустойчивого. Может, лучше комедия или что-нибудь другое? Я просмотрел. Ой, короче, ехал, чуть в машину не врезался и упал. На все ударился. Да? Да. Воскресенье.
космического отдыха. Ебануться! И получить истинное музыкальное удовольствие. Ой, его заносит! Да, я вижу, что его заносит. Мама, дорогая! Да уж. Так. Блядь, тут опасно становится.